В этом видео вас ждет эксклюзивная информация о том, как я смог и вы сможете заработать на дебетовой карте Тинькофф Блэк. Разберем 9 актуальных способов заработка, только используя преимущества карты. Ведь большинство из вас даже и не подозревали о данном методе заработка на одной из самых лучших дебетовых карт, так что присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Моя основная карта Тинькофф Блэк, на нее поступает моя зарплата, и я использую ее повсеместно, где только можно расплатиться картой. У меня также есть карта другого банка, но редко использую ее. Там хранится лишь небольшая сумма на случай чрезвычайных ситуаций, но пока таких не произошло, обычно я трачу зарплату полностью на еду, детей, ипотеку и себя. Стараюсь поддерживать остаток в Тинькоффе на уровне 50 тысяч рублей, при таком балансе обслуживание карты бесплатно. Даже с таким подходом я зарабатываю не менее 145 рублей в месяц, так как Тинькофф начисляет 7% годовых на остаток по накопительному счету, подключив подписку Тинькофф Про, можно получить 10% годовых. Кроме того, я часто использую карту и получаю кэшбэк за все покупки, чтобы расплатиться картой, просто перевожу необходимую сумму с накопительного счета, в приложении это можно сделать всего лишь в 2 клика. И при этом нет комиссий за такой перевод. Можно получать повышенный кэшбэк, каждый месяц можно выбрать 4 категории повышенного кэшбэка, он приходит реальными деньгами, а не баллами или бонусами. Экономия – это я к чему, карта не бесплатная, и платить, конечно, за нее не совсем хочется. Не проблема, оформляя карту по ссылке в описании или же в комментариях под видео, обслуживание обойдется полностью бесплатно и вы гарантированно получите новогодние призы, откройте накопительный счет. Этот счет подойдет, чтобы хранить свободные деньги или накопить на ремонт или отпуск. По нему начисляется до 15% годовых с сервисом Тинькофф Приват, деньги можно снять в любой момент без потери процентов. Еще с накопительного счета можно оплачивать покупки, открыть вклад. Вклад подходит для накоплений в долгосрочной перспективе, положите на него от 50 тысяч рублей, проценты будут начисляться каждый месяц. Минимальный срок вклада 3 месяца, и можно успеть накопить на крупную покупку. Улучшайте условия карты, с платной подпиской Pro, условия карты становятся еще лучше, растет доход по вкладам и счетам, больше спецпредложений, выше кэшбэк на сервисы Тинькофф. Предложите своим близким оформить Тинькофф Блэк, этот способ подойдет немногим, но те, у кого есть много знакомых, кто ни разу не пользовались картой Тинькофф Блэк, имеют отличную возможность заработать от 500 до 1500 рублей. За каждого своего знакомого. Новогодний кэшбэк фест в честь Нового года. Отличный способ для тех, кто хорошо будет закупаться к Новому году, да и не только, у вас есть отличная возможность получить до 100% кэшбэка, покупая у партнеров банка. А это то бишь почти возвращать полную стоимость товара в рублях, ведь кэшбэк здесь начисляют рублями, считаю очень даже круто, а потратив 15 тысяч, вы можете получить такие призы как 500 тысяч рублей и 100% кэшбэк за покупку айфона до 230 тысяч рублей. А тем, у кого нету карты Тинькофф Блэк, я рекомендую скорее ее оформить, с самым выгодным кэшбэком и вечным бесплатным обслуживанием, по ссылке в описании или же в комментариях под видео. Новогодний розыгрыш. Тинькофф также еще недавно запустил новогодний розыгрыш 100 миллионов рублей, где вы также за оформление карты получаете гарантированно призы и возможность выиграть от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Давайте сделаем некоторые выводы по поводу заработка на данной карте. Лично я заработал не так уж и много 20 тысяч рублей, но мог бы и больше. Ну а что мешает вам? Ведь если на карту посмотреть с другой стороны, то уже не вы платите банку, а банк по факту платит вам. И обязательно попробуйте каждый из способов, чтобы выяснить, какой подходит вам лучше всего, и извлеките максимальную выгоду от банка Тинькофф, а если вы хотите больше информации о Тинькофф Блэк и что стало с ней спустя год использования, переходите по подсказке в правом верхнем углу. Ну что, а на этом у меня все, всем больших заработков, всем пока.